«Сколько желаний» – традиционная благотворительная акция, которая проходит в муниципалитете уже 5 лет подряд. Добрыми волшебниками становятся представители администрации и служб округа. Они исполняют желания детей из семей, попавших в трудные жизненные ситуации. В фойе Дворца культуры на ветках новогодней елки помимо украшений были развешаны конверты с письмами детей Деду Морозу. На каждой открытке подробный рассказ о своей заветной мечте. И мы сделаем все для того, чтобы эти желания сбылись, и перед Новым годом волшебство, о котором просят дети, оно случилось. Здесь есть пожелания от деток из неблагополучных семей, из малообеспеченных семей, поэтому вместе с коллегами с силового блока мы сегодня посетили елку желаний, и каждый для себя выбрал те пожелания детей, которые здесь были размещены. Ну и, естественно, мы сделали таким образом, чтобы не осталось ни одного неисполненного желания. Почувствовал себя Дедом Морозом и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Здесь находятся все абсолютно волшебники, которые способны подарить ребенку под Новый год не только подарок, но и хорошее новогоднее. Новогоднее радостное настроение. Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Как признался начальник Ленинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Коврижных, осуществляя чью-то заветную мечту, мы сами становимся добрее и счастливее. Вообще вся жизнь заключается чью-то мечту исполнять, поэтому всегда здорово. Она же жизнь такая, там, мы чью-то мечту исполняем, поэтому и мечты наши исполняются. Все подарки участники благотворительной акции преподнесут ребятам в преддверии главного зимнего праздника. Наталья Буслаева, Максим Константинов, «Видное ТВ».